Совместное предприятие «Санта-Бремер» является одним из ведущих в области пищевой промышленности в Беларуси. Политика предприятия направлена на ежегодное обновление ассортимента, улучшение потребительских качеств продукции и уменьшение количества пищевых добавок в ней. Эти и другие составляющие позволяют компании быть востребованными на рынке страны и далеко за ее пределами. Все вышеперечисленное получается, когда свои обязанности каждый сотрудник выполняет безукоризненно, что невозможно без знаний и соблюдения правил охраны труда. Такие комиссии у нас проводятся на регулярной основе. В этом году уже проведено 77 комиссий. Значит, количество людей, которые прошли проверку знаний по вопросам охраны труда, приближается к 1500. Значит, количество аттестуемых увеличилось по сравнению с прошлым годом порядка на 300 человек. Значит, сейчас мы внедряем или начинаем использовать эти комиссии с выездом на предприятие. Вот в данный момент мы приехали и здесь аттестуем без отрыва от производства 19 человек. И каждый из этих людей попал в список аттестуемых не случайно. Это и руководящий состав предприятия «Санта», и специалисты, занимающиеся вопросами охраны труда на производстве. В их числе Тимофей Грицевич. Мужчина занимает должность главного энергетика, а потому не понаслышке знает и понимает важность соблюдения правил безопасности на производстве. Вопросов общее количество. Здесь порядка 500, наверное, во всей базе. Выдается на проверку знаний 10 выборочно. Вопросов какие-то, с какими-то сталкиваешься ежедневно, поэтому ответы знаешь сразу. Какие-то приходится вспоминать, потому что есть оригинальные вопросы. Ответив верно на все вопросы теста и тем самым успешно пройдя проверку на знание теории, должностные лица предприятия должны были еще закрепить результат устно, вытянув билет с вопросами. Подход серьезный, ведь экзамен принимали члены городской комиссии по охране труда, но, несмотря на требовательность, специалистам совместного предприятия «Санта-Бремер» удалось успешно с ними справиться.